Это шофер один. Мы ему помогаем. Но он будет босса возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поле. Как думаешь, что мне надо... Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долго. Если Дон захочет купить еще, можно... Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Бонжорно, Минче! Рад встрече, Том. Если Поле станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь. А мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся, это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дабочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, никаких дел нам не причем. А вот так. А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через.
ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подбери сзади и ищи. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Не особо, но многие в городе очень злые на босса. Береженного бог бережет. Главное, что платит он бога. Да, что есть, то есть. Вообще. Что слышал? Какого часа ты здесь делаешь? Кто находишься? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино, он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе... Выходи! А? Эй! Боже, Том! Да ты совсем... Тебя засекли! Твою... Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Тебя явно взбесила эта тачка. Ах ты ж! Эй, отвали от машины. Чего? Лови его, Том! Тебе что, жить надоело? М? Что, сука, больно. Нать! Давай, Том, скорее! Сейчас придут другие. Швыряй молотом. Поддай тут огоньку. Тачки сами себя не подожгут. Придется постараться. Захнуло весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. Чего ты взял, что это машина Дина? А, если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Нам сейчас стрельбе горячих машин в Нордбанке. Старые способы самые верные. Это рядом с баром Морелло. Только... Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. И дайте его драют! Гони, гони! А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Мы почти ушли от них. Почти. Аккуратнее. Они все еще ищут нас. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавые Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелло сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать.
Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дин? Езжай аккуратнее! Не надо привлекать внимание! Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Так ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Все готово.